Любое устройство, подключаемое к локальной сети или к интернету, имеет IP-адрес. И довольно часто IP-адрес, который назначается сетевой карте компьютера, отличается от того IP-адреса, под которым этот компьютер выходит в интернет. Это объясняется тем, что провайдер может проводить переадресацию через свои сервера. Чтобы узнать IP-адрес, назначенный сетевой карте, можно посмотреть настройки сетевой карты. Заходим в изменения параметров адаптера, выбираем нашу используемую сетевую карту, заходим в ее свойства и смотрим протокол интернета версии 4. Заходим в его свойства и видим IP-адрес, назначенный данной сетевой карте. Но иногда стоит пункт «Получить IP-адрес автоматически». В этом случае узнать IP-адрес можно только с помощью различных программ, либо через командную строку, введя команду ipconfig. Запускаем командную строку и вводим команду. Находим используемый в данный момент адаптер и смотрим строку IP версии 4. Чтобы узнать внешний IP-адрес, под которым компьютер выходит в интернет, можно воспользоваться специальными интернет-сервисами, например, toip.ru. Загрузив страничку с этого сервиса, мы увидим некоторую информацию, среди которой будет отображаться и текущий IP-адрес.